Регион сегодня отмечает 73-й день рождения. 14 августа 1944 года к Тюменской области присоединили ряд районов из соседних Омской и Курганской. Мероприятия, приуроченные к дате, начались еще в выходные и продлятся всю неделю. Поздравил жителей глава региона Владимир Якушев и отметил такую деталь, цитата, «В успехах региона вклад каждого его жителя. Во всех отраслях есть люди, которые своим трудом, высокими результатами, преданностью избранному делу прославляют Тюменскую область. Вместе мы повышаем инвестиционную привлекательность территории, создаем новые рабочие места, делаем современными и уютными и ухоженными наши города и районы. Впереди у нас с вами множество планов и проектов». Конец цитаты.